Ребята, всем привет! Вот, приехал я второй раз на это место. Вот вчера что был, вечерком мы приехали на пару часиков. Вот поймали мы там сколько, 5 рыбок, наверное, 2 подлещика таких нормальных. Ну вот вы увидели. Вот, ну как норм, ну более-менее. Я считаю, что это хорошо. Вот сейчас приехали, получается, 2 часа дня, опять волна, конечно. Ну, хотим также побыть до вечера. Вот, вот местечко такое вообще суперское. Вот, я с сыном, он мне поможет тут спуститься. Вот такая природа шикарная, такой сосновый лес. Вообще просто кайф. Вообще классно, блин. Вот, ну все, ребята, чтобы не терять время. Сейчас мне сын поможет спуститься вот здесь вот. И пойдем рыбачить. Вон озеро, вон там буду сидеть. Все. Ну вот, ребята, добрался. Вот такое местечко у меня. Буду возле тростничка сидеть тут. Фидорок поставил. Возле самого краешки воды. Вот. Там сын будет на песочке дальше. Короче, с прикормочкой у меня вот такая вот. РС Спорт. Крупный лещ. Остатки у меня остались. Вот. И марлин. Линь, карась, чеснок. Я вчера просто на них пробовал. Вообще супер. Ну, на вот это, на марлина. Вот, вообще, ну, отзывался неплохо подлещик уже, правда, под вечер, ну, вы ж видели. Вот, я купил еще новую пачку, если вот сейчас все это замешаем. Ну, короче, с прикормкой будет вот такая прикормка. Вот, все, сейчас буду замешивать и приступать. Ловить буду червяк с опарышем. Все, больше никаких насадок нет. Вот, ребята, что получилось. Вот такая прикормочка. Вообще класс, мне очень нравятся вот эти вот гранулы всякие там разные есть. Вообще все присутствует. Какие-то мелкие, коричневые, желтенькие, какие-то темные там точки. Вообще супер. Вот, не знаю. Хорошая прикормка, она как бы работает. Вот. Ребята, кого-то тяну или не тяну. Поклевка вообще просто, просто классная была. Не знаю, какая-то мелочь, наверное. Да, есть. Рыбка есть. Не знаю, кого. Подлещик. О, первый. Я только забросил, ребята, только забросил. Ой, класс, за нижнюю губу вообще супер. Только, ребята, забросил. Вообще обалденно. Вот такой красавец попался. Вообще супер, да? На улице тепло, хорошо вообще. Вот, это получается, третий день теплый такой стоит. К выходным, получается, среда сегодня. Вот, к выходным, получается, передают похолодание. Даже ночью заморозки. Там до минус 2, по-моему, как-то так. Вот, поэтому хочется порыбачить эти вот теплые деньки такие. Ну, получается, как, не знаю, может, это бабье лето. Ну, тепло на улице вообще, 23 градуса. В сентябре супер вообще. Это получается у нас какое сегодня? 16 сентября сегодня получается, да. Вот. Вообще прекрасный день стоит. Тепло, ну ветер немного есть, да, ветрено, но ничего, не помеха половить хочется. К вечеру успокоится ветерок, будет вообще шикардес. Ну, только забросил, все, вот настоялась прикормка, сразу подлещик взялся. Я не знаю, даже 5 минут, наверное, не прошло. Ну, а вот сейчас забросил на ту же точку это. Ничего я не кормил, не закармливал. Без всяких закорм, прям сразу вот все, замешался и бросаю. Никаких закорм не делал. Вот. Но я думаю, что если может закормить, может и нормально. Прикормочную кормушку оторвал, нету, не купил. Спонжа тоже нету, надо, ну а такими мелкими закармливать это устанешь кидать. Кормушек 30 надо выкинуть, чтобы
хотя бы поляну накрыть, там точку эту закормить. Вот. Просто буду часто перебрасывать, наверное, фидеры, все. Сейчас закинул, еще вот 5 минут он постоит и буду перебрасывать. Буквально так, минут 10 и переброс. Все, ребята, будем надеяться на леща. Так бы хотелось осеннего леща поймать. Весеннего не было, летнего не было. Что-то мне с этими лещами, не знаю, в этом году что-то как-то не очень. Вообще с крупняком не везет. Вот. Ну, вчера, конечно, вечером вот приехали на это местечко. Вообще класс, не знаю. Один такой нормальный подлещик, может, грамм 400. О, поклевка. Второй грамм 300, наверное, пока я с вами говорю, и что-то он уже дергало. Ну и мелочь там попалась, я ж видел там. Густерка там, еще подлещичек маленький. Вот. Поэтому так захотелось приехать вот второй раз сюда опять же. Вот, приехали пораньше, вот, чтобы, я говорю, буду бросать часто, чтобы немножко закормить точку эту. Ну, может что-нибудь получится. Сын пока, да, пока не ловит, потому что, ну, неудобно здесь вдвоем немного. Ветер леску сносит на тростник. Вот, он вчера тут немножко пооборвал. Вот, получается, я пока один бросаю. А он сидит, природой наслаждается, балдеет. Вот была поклевка, вот, и все. Сейчас буду перекидывать. Вот такая рыбалочка, ребята. Ну, не знаю, кайфово, кайфово, честно вам говорю. Вообще. Лес сосновый рядом. Вода, озеро, вообще просто супер. Что еще надо? Вот. Зимой только вспоминать потом будешь те места классные, где ездили. Так, все, наверное, буду сейчас перебрасывать. Нет, есть, наверное. Или я сильно дерну. Есть. Небольшой. Есть, 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 есть. Подлещик, друг. Буровики прямо на пляже вон. Прямо с пескалья. Вот сюда. Вот такой красавец. Вообще супер, да? Ребята, решил я рыбу отпустить. Потому что мне она не нужна. Я не солю, не сушу, ничего не делаю. А портить рыбу жалко мне. Что, ведро? Она уже, смотрю, там и не очень комфортно в ведре. А здесь мелко, никуда садок не бросишь дальше. Ну, только так, если пройти тут метров 15, наверное, только начинается где-то метр, может, глубины, там уже пошел свал. Буду сейчас отпускать. Вот, покажу вам все. Так, поверну. Ух ты, вот он и пошел, 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 родимый. О, пошел. Давай, 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 давай. Молодец, пошел. Вот и второй. О, пошел, пошел. Второго тоже. Ну, это еще живчик такой, капитан. Поменьше. Не могу его взять в руку, скользкий. Да, вообще капец. Да тише ты, да, я ж тебя возьму, покажу. Такие его подлещички, вот. Вообще классные подлещики. Отпускаем. Ну давай, 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 давай.
Стартуй, стартуй. Не сюда, не сюда. Иди отсюда. Вон к берегу. Разворачивайся. Во. Пошел, пошел. Молодец. Ух ты. Опа. О, все. Видели, как ракета стартанул? Если лещ попадется, вот тогда супер. Возьмем домой, естественно. А этих подлещиков, ну что их брать? Тем более, я повторяюсь, если бы я сушил, солил бы, то другой вопрос. А я не сушу, не солю, этим не занимаюсь. Так что рыба мне не нужна. Ну, в таких размерах. А вам показываю, что я ловлю. Вы же видите все это. Все, будем ловить сейчас дальше. Что, минут 40 уже сижу. Сын забросил фидер тоже. Так, дернет чуть-чуть и по нулям. Все, вот два подлещика поймал. И на этом остановилось. Вот сынку и красноперочку поймал и здесь. Умудрился и тут поймать ее. Настя. Ничего, ребята, по нулям вообще что-то. Два подлещика, его сейчас сын красноперочку поймал. Что-то под вечер никак-то. Вот вчера приезжали, вообще супер. Что, красноперку сын поймал. Тишина. Пол шестого, а что, ну что-то дергает. Ну мелочь видно какая-то и все, не знаю. Ну сейчас вот посмотрим, успокоится ветер. Люди подъехали покупаться, может немножко и подпугали. Типа говорят, что тут караси хорошие водятся, такие по килограмму. Надо на кукурузу ловить. У нас же так, кто-нибудь поймает один человек на кукурузу или... Все, едь, лови на кукурузу, там вот такие вот рыбы клюют огромные. Приезжаешь, а там ничего. И сам придумываешь, какую наживку, какую что. Я думаю, это дело случая. Везение. Приехал, повезло, поймал. А вот эти все рыбацкие байки, ну это ж настоящие рыбаки. Все рассказывают, что все класс. Был бы не рыбак, если бы не рассказывал бы байки. Поэтому он настоящий рыбак, когда рассказывает байки. Без этого ж не по приколу. Вообще не интересно. А рассказываешь, то всем смешно, интересно, весело. Может, надо было не отпускать подлещиков? Отпустил подлещиков, вот и все. Что-то дергает. Есть. Не, нет, есть. Или нет, или есть. Не пойму. А есть, есть. Подлещик, да. Куда снимаю? Я утяну. Есть. Ну не лещ, ребята. Ну подло. Опять же небольшой. Да тяни, тяни. Тяну, тяну, не бойся. Тяни, тяни. Вот такой красавец, ребята. О, какой красавец. Отпустим его. Третий. Только я отъехал, он тебя бац и клюнул. Давайте посмотрим, как сейчас поплывет. Максим ниже туда камеру, так чтобы видно было классно. Давай, пошел к берегу. Не сюда, но... Красавец. Красава! О! Молодец! На инлайн ловлю,
Любимая моя снасть с резинкой, с фидергамом. Во. Все, вот такая вот снасть. Поводочек, я не знаю, сантиметров, наверное, ну, около 40, небольшой. Все, вот такая вот червячочек с опарышами. И отправляется. Есть, оба. Есть. А может и нет. По-моему, было. Есть, да. О, друган подлещик идет. О, хорошо сопротивляется. Ну не лещ. Опять же, ребята, такой. Ну не лещ. Хорошо, фидергамчик работает, резина вообще. Отпад. Какое это уже по счету? Тише ты, малой такой. Крючки хорошие. Ребята, крючки просто зверь. Он заел конкретно, я вам скажу. Маленький, дай. Вот такой красавец, ребят. Супер. Пускай плывет. Ну давай, газуй. Ну газуй. О, не хочет. Чё ты, блин? Чем его пошурушить? Какой-нибудь палочкой. Ну, давай, просыпайся. Во. Пошел. Давай, блин. Ух ты, у меня опять поклевка. Пока сын этого спасает подлещика. Ну, о, пошел потиху. О, отлично. И сюда опять к берегу. О, пошел, нормально, все. Все, отлично. О, стартанул, класс. Все, супер. Фу, а то мы уже распереживались. Подлещика загубили. Все, выжил. Нормально все. Все, ребята, будем слаживать, скручивать все, а то уже вот сумерки капитальные, уже темнеет, можно сказать. Вот, прекрасно провели время в этот солнечный осенний день, просто замечательно. Половили рыбку с сыном, вот, ну нашел я точку, вот 4 подлещика поймал, нормальных, вот. Ну а сын плотвицы тягал, таких небольших, вот такие вот плотки. Одну красноперку я вам показал, ну и потом у него как пошли, одна плотва вот такая вот небольшая. Вот, так что вот такая вот рыбалочка сложилась. Ну, леща мы так и не вытянули. И карася, как тут говорят, по килограмму караси ловятся. Не знаю, где они там ловятся. Если вам понравился ролик, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем до новых встреч. Пока!